Да. Они в одной еще, команде. Нет, и еще, еще там Кулер Комп, по-моему, тоже едет на стандарт. А мы с Радикалом самые быстрые в конце, да? В хвосте. Да-да-да. Ага. А... Да. Что, Артур? Я вообще доеду? Артур, что, какое время у тебя? На этой трассе? Вообще ни разу? Сказки рассказывает. Кто это, Майкл? Кто Майкл? Джексон? Да. Ну, к нам присоединился. Да-да-да, к этой стороне. Опа. Юра. Куда? Ну так доехал бы уже, так, а то с последнего места будешь. Блин, Сандра, вот она где-то выиграла. Ой. Оф трек, Сандра? Блин. А Риксон, кстати, где он, что, не поедет? Thank you.
David, limit. Tagal. Лапа, да? Чё? Кто это? Бельмондо? Блин, сейчас бы 2-0-2 было. И сука вылетела. А вот и король Джулиус. Твою налево, еще и грязный круг, а, сразу, бля. Ну ладно. Добрый вечер. Ругаться много начал. Да ладно, когда я много ругался? Сейчас. Саша, ну в плане сейчас. Когда разговаривают, у меня практически мата нету, я заметил. Да я знаю, я просто так масло подлить в огонь. Я здесь половину людей вообще не знаю, кто в лобби находится. Артём молодец. Все, fuck this shit, I'm out. Yes! Все, это... А ты на время посмотри, да. Вот у вас, да, вы с Дэвидом там один в один практически. Разница небольшая. Я. Yes, your fan. It's your fan. Oh my god. Fan. It's his. Так ты что же давал? А. Во. Кто создавал пати-то? Так, я. Ну, сейчас. Норвег. Выкинуть чувака. Ну, надо, наверное, навести на него. Блин. Да, его можно на него нажимаешь и кикаешь там, а чё?
Это троллер, что ли, какой-то с 39-м левелом? А чё он, это fucking фанат, stupid? Это фанат, фанат Дэвида. А, фанат. Майкл Прэп. Да-да-да. Yep. Да. Из команды, да? А, из команды? Мы все с лобби, бля. А, лобби тоже. И из лобби тоже, но из лобби Сандра. Все, все, на. Разборки питерские, бля. Это где, где, где? Что это такое? О чем говорить? Видео старое. Я. I don't know. Сейчас, I'm just let me ask. Сандра. Сандра. Сандро. Сандра, там Дэвид интересуется. Может он это самое быстренько поправит настройки? Нет, нет, он же тогда слетит с этого, с квалификации. Да, Дэвид, now, not, you can't. You cannot do it, cause if you quit, yeah. Manual. Manual grid, yeah, but. Типа вручную можешь поставить шотку. Короче, кто-нибудь результаты сохранял? Так а сейчас, сейчас они есть, подожди, они же есть вон в превьюсы. А, ну это фигня, кстати. Предыдущая гонка? Это фигня. Я не смотрел, какой я. Yeah, okay, let us discuss this problem and find the solve. Ну. Что скажете? Да, да, оставляешь в восходящем порядке. Лучший круг. Я не помню, все какой остальные я. Молчат. Включи просмотр сетки еще. А, и подожди, короткие остановки ты же не включил. И куча он куда он пошел? Стоп. Чё? А у тебя есть, да? Сейчас там на бум скажет. Ты мод первый. Тихо. А, ну короче. Все. Ну тогда окей. Тогда я Дэвиду говорю, чтобы он меняет настройки, все окей. Давай. Дэвид. 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 You can change. Тогда... Убирай в восходящем порядке на нет, Дэвид. А потом так оставь размещение стартовой сетки вручную. You can change. Yes, it's possible. You can do it right now. Faster. О, где советник? Дэвид, girls think the same things about you. You're always fast. You're so funny. Позорище. Полторы секунды просрал.
Павлик. Потом Паха. А кто? И все. 12 ехало. Советник написал минуту. А он каким был? Да. Какой нью-йоркский кого? Я. Кена. Кейноу, блядь. Я. Дэвид, да. Кейноу, блядь. Я. Just a second. You can tell, David. Yeah. David, what? David? No, they don't want to. Yeah. No, David, just that's okay. Nothing wrong. Да. Кто-нибудь проехал? Сколько хватает? На сколько кругов хватает бензина? Точно? Не точно. Короче, едем до конца, понятно. С какого ты сказал окно пит-стопов? Подожди, окно пит-стопов. Саш, ты в восходящем порядке убирал, да? Нет, ну ты сейчас переключил нас с ручного. Дэвид, pit window. Between 11 and 15. 15. 15. Дэвид, 15. 15. 15. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. И чё там ещё? How to say 15 in Spanish? Да, поехали, давай. Кинса? Yeah. Cool. Yeah. Слушайте. Ого, yeah. Да. А. Я окей. Он сказал просто убить, он спокойно проехал. 10-4, Дэвид, 10-4. Чё? А почему Риксон первый? Риксон Кинг? Кулер комп. Кто-то лох. Потому что Саша лох. Я вас попущу всех, не парьтесь. Пущу, чё вы? Да и не, там все стоят неправильно, да, все неправильно стоят. Включи обратно в параметрах лучший круг, убери размещение стартовой сетки на нет, и потом обратно ручное. 2 года играем в Forza, можно нормально стартовать, блядь. Да зачем ты сбросил? Надо же было просто поменять. Не надо. Тип задержки перед выездом. Не надо это.
побольше. Я не успею за три, Сань. Там 15 нет. Давай, 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 быстрее, быстрее. Come on, come on, come on, come on. iRacing ждет меня. Все, не будем ничего проверять, поехали. А вот расстановку вот у нас все правильно стоит, да? Вот вручную. Ты не расставлял вручную? Что да? А почему у меня на экране стоит радикал, потом Lucky Boom, потом Сандра, потом Норвик? Отображается только у Сандра. Ай, короче. Все, давай. Кулер. Ready, ready, советник, кулер. Советника нету здесь. А чё тогда он? Вот все, все. Все. Go, 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 go. Да, да, сейчас. Да, да. Сразу. Ага. И сейчас вот эти помедленнее. Да, тормозите пораньше. Да. Да, чё на... Don't cross the finish. Стоите, пока я понимаю. Какой pit lane? Not finish. Don't cross pit lane. No, 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 not. Don't cross the finish line. On your last lap. Блять. Почему? Дэвид. А как так получилось? Next time, please be more careful. Дэмот, а как так получилось? Это был Эдик, Эдик. Эдик решил в одного затащить гран-при, блядь. Биг. Поехали. Все, старт, 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 старт. Вот у нас все этапы хорошо. Стой, 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 советник вылетел. Вообще самая провальная гонка, самая просто. Так я говорю, у нас все этапы нормально проходят, как только до финала доходит, так сразу какая-то херня начинается. Сандра, тебе неуд за сегодняшнюю гонку. Ты квят. Ты квят, тебе же приехали в жопу-то, значит, кто-то там Эдик был квят. А. Так, может... Так, чё советник-то? Он будет ехать, не будет? Но он мне написал, чё за херня. И что это значит? Вообще, кстати, да, рестарт у нас, когда больше половины машины раскладывается. Ну... Да-да-да, и потом... Тоже там всех выбивали. Так этот, Тёма, ты напиши советник-то, чё он там, едет, не едет? Советник едет, ну, едет. Просто вышел. При Сталине такой херни не было. Так, Тёма, Тёма, спроси его, советник-то едет, нет? Ну, я написал ему, заходи, да. Ну? Ну, он ничего не ответил. Так, может, Брабус нам пояснит, что там? Да, я думаю, там Брабус, наоборот, сидит. Может, вы объясните, что за... Чем стартуем по 10 раз? Согласен, согласен, это косяк полнейший. Да, он обиделся, наверное. На Хэмилтона. Советника выкинул, сейчас он перезаходит.
Перезаходит, да? Да. Да. Только советник войдет, его на пятое место обратно поставь, Саш. Да. Привет. Да. Тут что-то какая-то хер творится сегодня, да? Да. Советник выкинуло. Сейчас он уже пытается тут. Да. Если можно, да. Да. Да, в ручном режиме. Это уже не сейчас, это уже очень давно. Ты просто очень давно не играешь. Да. Включи ручное. Дно. Включи, знаешь что? Выключи сцепление, и тогда у тебя будет окей. Тогда настрой коробку нормально. Да, да. Ты вот в олимпийских машинах такая же беда, там, пока у тебя сцепление ручное стоит, она не трогается с места, ну, там, дюф, например. Как только выключаешь сцепление ручное. Нет, это можно обойти, я так не как? Сцепление держишь? Ну, только олимпийка все равно не будет стартовать. Там уже буксовало сцепление. Не знаю, скоро. Вот ты мне скажи, скоро. У него проблемы. Так. Паблик Реди. А, черт. Так. И что это значит? Я не знаю, что это вот. Ну, сейчас, подожди. Что это значит? Тут он поставил Реди. Значит, советник не присоединится. Сейчас я ему напишу, да? Бо. Тихо. Все, поехали. Один с 15. Да. Давай. Паша, поворотник. Авто не работает после 15 круга. Руками показывайте право. Ну так советника нет уже. Ну... Thank you.
Не, у меня был контакт. У нас вот тут, да. Не у всех. Контакт с неземной цивилизацией. Мороженое съел сегодня? Да. Перед гонкой. Блин, кулер-комп так лагает жестко. По всей трассе машины его гуляют. Лагает, что ли? Угу. Сейчас он вообще у меня ехал тут то по траве, то по дороге. Бля, это плохо. Ты мод обогнал Дэвида. Дэвид, what's up? What's up? Я смотрю, там Саня вообще еле сдерживается уже, да? По ребрике опасные. Вот так вот, детка. Пик там вообще по-жесткому. Я прям вот сзади них еду, смотрю на это все. Нормально так, Сандра, да, с 13 места на 8-е? Подожди, стой. Сейчас это, сглажу, бля. Сглажу мне, включу как раз. Все нормально. О, куда демот делся? Ого! Что случилось? Меня Дэвид подтолкнул. Вы с Дэвидом убрались? Ну, он не въехал, да. Я не знаю, может, он притормозил. Обидно, обидно. Я-то собирался третьим приехать. Похвально, похвально.
А ты что, не веришь в меня совсем, да? Все, я обиделся. Мы больше не друзья. Слушай, я сконцентрирован был. Я же тут этот, за радикалом держусь. .00695. Я так никогда не ездил здесь. Тёма, мне все карты спутал. Я хотел тебя перекрестить, а ты там вырулил так. Ты кому слепстрим даешь, Тёма? Лучше мне давай, да? Блин. Ой, ой. Тёма, не молчи, давай поговорим. Наказываю. Да меня опять Дэвид прессует. Дэвид Пушкин. У меня там слегонца. Читай, да, гомик прошел почти. Пес едет. Мне кажется, знаю, у кого Гена учился. Это Дэвид у меня учился. Да. Радикал уже в 800 метрах, нормально, чё. Я сейчас включу Калипсо и скажу, что я даже не готовился к гонке. Даже не ездил на этой машине в течение недели. Серьезно. Он вчера съездил на 3 дня и всё. На Ламборджини. Напряженная гонка. Пиздец, все, все, блять, я просрал нахуй, ёб ты. Блять, опять этот-то. О, почему мне с колумбийцами вообще не везет гонки? Да у меня отправил в отбойники, блять. Кто? Дэвид. Да, пиздец. Да он что-то неаккуратно ездит, да. Я, блядь, второй раз уже. Сначала это было на Road Atlantic, блядь. Теперь здесь. Ну, блядь, заебись, чё. Всё равно уже чемпионат. Нет, у меня как раз вот понравился мой старт, то, что я за три круга с 13 на 8 на 6 место побился. И вот так под конец как раз вот. И надо будет это записать, блядь. Вот траунную музыку. Та-та-та-та-та-та. Дэвид, be more politely and careful. А у меня лак у Форзы, короче, после первого поворота, после шпильки, у меня на трассе висит табличка с чем-то. Чья-то табличка. Именем. Да, да. По-моему, это этот советник.
по-любому, мне кажется, то он... Нет, если бы... Нет, такое бывает, кстати, реально, когда кто-то из лобби выходит, и там... Это когда выходит, а он же не выходил во время гонки. Но он застрял когда... в лимбе. Это бывает, когда во время гонки выходишь. Блин, я от Артура не отстаю, но и не догоняю. Унизил. Да, я понял. Я тут усираюсь, понимаешь, штампую. А я такой, я так на прогулочку вышел. Дима, мне в чат написали. Что? Что ты плохо водишь? Я плохо вожу? Да. Ужасно. Кстати, реально, табличка от советника. Сразу после первого поворота висит в воздухе. Умник, а? Юра. Называется постучался с тыльной стороны. Паша, мы с тобой сейчас синхронно сможем войти? Я даже и не буду пытаться с тобой ходить никуда туда. Да что такого-то, я нормально езжу, чего? Не-не, я ничего не говорю, я лучше пропущу чем-нибудь сейчас в аварийную ситуацию. Я-то хреново езжу. Колеса плывут уже, блин. Желтые все. Ты лучше вон тех двоих догоняешь. Во, у нас тут с демодом. Интересно.
Да. Вынесите там, пожалуйста, кто-нибудь, так чисто случайно. Пускай это будет несчастный случай. С кем не бывает. Да, на 16 кругов хватит топлива. У нас тут зарубы в гарнире такие нехеровые. С Павликом Брабусом и с Канителем. Да. Он сегодня посмотрел гонку Формулы-1 в Венгрии и включил Макса Ферстаппена, блядь. Наверное, блядь. Магнусона оштрафовали на 2 очка. За что? Ну да, походу. Потому что он сначала место не оставил Хюлькенбергу, а потом сказал ему, типа, отлежи мои яйца. Это как прочитал я в паблике. Нормально тогда. Так, чисто по-питерски. Разборка такая. Охренеть, все шикану режут, ёбар СТ, блядь. Угу. Как будто ее и нету, блядь. Ну чё, Практически. Все вот практически режут, все до одного. Я еще ни одного не встретил, кто не режет, честно. Я не режу. Ну ты там где-то с радикалом за 2 километра едешь, это мне вообще не это. Блин. Да. Нет. Я говорю нет. А у меня все круги чистые. Thank you.
Кира там вас зарубы. Ножика с этим, с кулер-комбом. Опа! Бля, это вообще шикарно. Это моя самая лучшая гонка, блядь. Чё там? Ну, я где-то уже второй раз за гонку там двойной обгон делаю. Пока кто-то в кулер-комбо упирается, блядь, иди сюда. Не, блядь, это однозначно. О-о-о! Кошку, что ли, сбил с дороги-то? Да заезжайте прямо сейчас все, чё, пацаны, зачем вам? Кто торопится? Все вот заезжайте. Блять, тут и дурак нахуй, а, блять. Давай вперед едь, блядь. Извините за мат, конечно, блядь. Теперь я Норвега понимаю прям, когда он с кулер-компом ехал, Простите, я не хотел. О, мне еще в жопу прилетели, блядь. Не, у нас тут серьезные зарубы, да, вообще, блин, блядь. 9, 10, 11, 12 места, блядь. Жопа. Я же говорю, тут вообще жесть. Блядь, это нечто, блядь. Ай, зеленая машинка. Если она здесь, то этого чувака здесь нет в чате. А, тогда нет, так и зэр. Ура, я лидер. Нет. Сколько? С ума сойти можно, да? Я думаю, там я вам видос скину, навесите там ему штраф. Да ладно. Я тогда не стал на Роуд Атлантике дать, а тот инцидент. Не думаю, можно. Сделай, пока... сделай. Радикал, там... покажи. Продемонстрируй нам это, пожалуйста. О! Он как раз из пит-стопа выехал еще, товарищи. О! Держите радикала, держите радикала. Александр, придерживай, блокируй его. Дэвид Гомес, да, как раз, блин. Вот, держи, держи его. Командная тактика. На каком 15-м ты с ума сошел, что ли? Ты вообще не идешь. Дэвид, how are you, man?
А, короче. It was special tactics. У него вот тачка развалилась, как тогда в канителе. В этом, на Дайтоне. Я тут уже ничего поделать не могу, я не виноват. Блин, а я не хватит топлива-то, нет, а? Ген, спроси у него, а чего у него тачка разбита, реально? Да, да. Ну тогда я не буду на него страйк кидать. Езжай. Почему? Нормально, поможет. Немного поможет. Так что ты его сдерживаешь. Навек, а ты чего не поехал на пит-стоп? Угу. Блин, вот как так, Александр, ну ты чё? Ты надо было как-то активней. Ну ты что это? Активней надо. Дерзак, он же тут всё слышит, что он скажет насчёт этого. А чё, да? Главное, на последнем повороте, на последнем круге отпустите. Все, блядь. Так. Ну давай, Артур. Давай. Гони. Дмода, ты был на пит-стопе? Сандра, Крэйзи Пик. Крэйзи Пик опять тоже заехал. Все, радикал вырвался вперед. Е-мое. Все, это победа. Да, да, это победа. Вот лопались бы еще шины в Форзе, было бы совсем другое дело, да? А вчера это положено спойлер там. И бампер вот за. Они бы перегревались бы как. Ой, е-мое. Вообще было. Что такое? Близко. А, не успел. Угу. Блин, а дымо замашал, а? Да я предыдущий круг немного вылез. Я не смотрел. Ну пропусти его. Ты ж радикала ты пропустила, его не будешь пропускать. Да пропустил ты его. Я его пропустил. Взял вот вообще прям без боя.
специально без боя сдался вообще просто. Отдался ему. David, be very gentle with Sandra. He is my teammate in this championship. Он отключился как будто бы. Сейчас я ощущаю себя, как будто я в чемпионате этой на Торе участвую. Ой, ё-моё. Потому что есть гонщики из вот одной лиги, это Радикал, только их там побольше было. И есть другие гонщики, которые из другой лиги, которые медленнее меня. Вот сейчас так и едем. А я четко посередине. 2-3 тысячи футов, фитов. До Радикала 3000 до Сандра. Круто. Артур, ты тут колеса свои потерял. Вернись и подбери их. Да. Или на следующем кругу припаркуйся, там выйди и опять же удари. Да. Так, кто маршал пустил за руль вообще? Почему он первый едет? Ну кто там колеса обычно убирает на трассе? Маршалы же. Не зашла шутка, ладно. Да. Артём, подожди меня, вместе поедем. Мне одному скучно. Я чуть не понимаю, там Дэвид собирается обгонять или нет? Да нет, что-то он подостал так. Он приблизился. Дэвид, are you going to overtake Sandra? Okay.
почти не считается. Дэвид. They're just talking about you. That you almost overtake Thunder. What did you do? Выкинь их. Дарика, что-нибудь не по проводу? А у бокс так умеет, что ли, да? Бокс так умеет? Коробка так умеет? О, 59 937. У меня. Вот серьезно говорю. Fuck you. Это у меня лай такой. Fuck you. Артур вышел из 59 это выйти. Пятьдесят восемь обещал нам. Трудно согласен. Самый важный. Да что, сука, с этой машиной? Сейн, советник, бат, хихи. Да. Блин, уже все пальцы болят уже, а? Там же и синий флаг горит. Синий флаг? Ага. Ну это я так. Радикал меня догоняет. Радикал, давай после этого. Я тебя пропущу. Там напрямую. Да ты не пропускай его, держи. До последнего, не сдавайся. Нашел кого пропускать. Вот чуть-чуть я бы сейчас его чуть не снес. Вот надо было, так сказать, ой! Все. Несчастный случай.
Да-да-да. Выключать микрофон, выходить в команду, да. Не, из лобби выходить не надо, надо каждую гонку до конца доиграть. Кто из лобби выходит? Я вон Артура на Себринге Артура взял и на последнем круге, на последнем повороте вынес. Красавчик, красавчик. Ничего. Я персона нон грата. Да. Да. Мистер Чиполлино, блин. На самом деле я убрался сам в стену, Норвег, слышь? Артур просто в меня въехал. Ну, случайно так получилось. Он близко ехал ко мне. Да. Радикал, а ты на чём, на Гентане ездишь? По Эстронахе в Форзе ездят только на геймпаде. Но в Форзе самые быстрые ездят на геймпаде. Демон, да, по-моему? Ну? А кто? Мистер... Ой, нет. Кто-то из вас по-любому... И Норвег едет на руле. У меня педали, короче, она... Жму газ, а у меня этот... Она прыгает туда-сюда, ну вот эта полоска синяя. Короче, газ заедает. Норвег, отдай ему свои педали. Кстати, Норвег продает свой руль, если что. Можно купить очень отличный руль. Какой? Норвег, какой руль продаешь? TX. Во. Thrustmaster TX. Это у которого ручник глючит или что-то еще? У Норвега ничего не глючит. Это стопудово. TX. А какой? Ну, это тот, который ремонтированный, да? Так, что там, знаешь, что ремонтировали? USB-провод поменяли. И вообще, Тёма, не пали контору, понял? Он не бит, не крашен, и муха на нем не еблась. У меня тоже новый. Только я педали разбирал. Со своей глупости залез туда несколько раз, а теперь они глючат. Короче, тормоз очень жесткий был, я вытащил оттуда резинка, там стояла резинка, знаешь, как поршень ходит внутри, где пружина, резинку они туда ложили. Но я ее убрал, и через 2 месяца у меня эта пружина просто лопнула. Я взял эту пружину в руки и одной рукой ее просто согнул и сломал. Она сделана как из какой-то, даже это металлом нельзя назвать, я не знаю, хрень какая-то. Вот. Наверное. И пришлось со сцепления забрать пружинку пока временно. А теперь я вообще, короче, у меня педали беда. Я жму газ, у меня либо вообще газ не нажимается, ну, на, всего наполовину, либо прыгает туда-сюда. А тормоз бывает вообще до конца не отходит назад. Ну, в смысле, остается чуть-чуть. Ну, короче, непонятно, какая-то херня происходит. Эдик, как будто там тараканы залезли. Да дело-то не в этом. Про тройка говорит, надо почистить вот эти механизмы, которые там стоят на педалях круглые. Ну что там чистить-то или не знаю.
Демон, у тебя закись азота есть? Шоком. Почему? Да ты просто, блин, стал отрываться, жесть. Хотя я вроде тоже со всех пробовал. Но у меня, правда, 4% двигатель. Паша, ты, да? Или кто это сзади? Нет. А кто там едет впереди? Кто последний едет? Я еду последний. Паха. Паха, да. Давай нам прямой. Это я, Степанов. Да, да. Благодарю. Да можно было, тоже вначале не выбили. Ну там Дэвид агрессивно ехал, он прямо и тебя, по-моему, ну я не знаю, толкал или нет, вы там что-то разворачивались. А потом мне несколько раз напихивал. Меня в отбойники отправил. Ну ладно, с кем не бывает. Сломал полностью, да? Ну не сломал, я просто в отбойнике отлетел и с пятого на последний, я там что-то ехал. Такие мужики, он сказал. Тиммейт. Я ему до этого сказал, чтобы он был... А, чисто так он поломанный, любезный. Поэтому, наверное, едет чисто. Давид. А почему тут Тора-то? Ну типа к нему как к душаре, да, относится обычно? Там дед, да? Ну так чисто по-русски, если говорить. Не, ну почему мы с ним ехали на протяжении круга, бодались? Там просто уже случайно. Все было хорошо. Разбил? Богдан, ты машину разбил? Ты что, поедешь? А, он не здесь. Но, Дымот, ты по меркам Пига средний гонщик. Уже в iRacing тоже ушел, да? Ну, просто с тобой не часто ездил. На руле Forza не катаешь, а только в iRacing, я так понял. Аналогично. А почему в вашем мнении? Последний круг кого-то, да, уже идет? Почему в Форзе бесполезно на руле ездить? Согласен. И неудобно. И ощущение там, фидбэк неправильный. Машину вообще не чувствуешь. Из-за носа да. Все поймаешь и не видишь. Седьмой фронт поправит. Единственное, что серьезно, да. Сделать седьмой обещает поправить. Что-то они обещают, да, посмотрим. А как мотоспорт так же, да? Руль вообще не катит. Да. Да. А в четвертом? Я думаю, что в седьмой будет то же самое, по-прежнему. Ничего не изменится. Будет геймпад главенствующий. Блин, мне еще круг ехать, парни.
Вы уже закончили там. Да, тебе будет сложно, кстати, против драйватаров ехать. Итак, я даже драйватаров не догоню. Да, ты типа намекнул, что драйватары лучше, чем он ездит. Чё? Чё ты сказал? Ну, сложно с драйватарами, как будет. Я не обижусь. Сложно, нет, я сказал про то, что они обычно ездят тупо. И едут, ну, по всей трассе непонятно, понял, как китайцы справлял. И их обычно сложно проехать. Так, Александр Гудбой. Дэвид. Да, ты можешь быть более агрессивным, защищаться, обороняться или ехать. Он говорит, он почти там пару раз тебя обогнал, но типа он не хотел тебя обгонять. Это говорит, типа, но он считал это типа более справедливо. Не знаю почему, но да. Короче, Сандра, ты слишком часто открываешь калитку. Это кто что говорит? Паша, ты приехал? Вот, доезжаю. Да. Что когда? Следующий выход. Сохраняй типа авто. Чё, ты не едешь, что ли? М? Я? Ну. Да, ты. Ладно. Я вот. Тренер. Окей. Баня курить. Ланч. Бай. Давай, Артур. Пока, Артур. Все, поехал, забирай жену из роддома. Ладно, давайте, тоже пошел.